Тысячи товаров, честные цены и вежливый персонал. В Бобруйске открылся новый жесткий дискаунтер на расхват. Социально значимые продукты максимально доступны. Отдельные группы товаров и вовсе без наценки. Молоко-молочные горки 95 копеек за 900 грамм. Ореховый сервелат Брестского мясокомбината 8,99 рублей за килограмм. Каждый покупатель на сегодняшний момент знаком с экономией и старается избежать лишних переплат. Мы поможем вам избавиться от ненужных расходов и получать от покупок только положительные эмоции и финансовую выгоду. Специалисты ежедневно мониторят стоимость продуктов в других магазинах, чтобы сделать максимально выгодное предложение. Ставят на розницу оптовые цены. Здесь дорожат каждым клиентам. Выкладка красивая, хорошая. Видно, что все свежее. Чистенько, аккуратненько. Как бы все так вот доступно. Мы сюда уже заходим третий раз. Едем на дачу и вот заходим. Пока мне очень все нравится. С удовольствием выбирала черешню. Она у них крупная, красивая. В хард-дискаунтере на расхват, в отличие от аналогичных магазинов, россыпь колбасных изделий, большие отделы с молочкой и хлебом. Подготовились и к сезону шашлыков. За витринами охлажденное мясо, курица и свинина. Тазобедренная часть по 7,75, шея стоит 10,85. Что покупаете сегодня, расскажите? Подсолнечное масло, фрукты. Вот еще нужно взять персики, поскольку это сезон. Персики, нектарины, черешня. Ну, такое по мелочи, кофе. Как бы в основном это фрукты, колбасы. В жестком дискаунтере на расхват ни один клиент не останется без выгодных покупок, уверяет руководитель сети Валерий Алипов. Адрес магазина Бахарова 317. График работы с 9 до 22. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.